Днепром. Ну вот восточные ворота Кремля открыты. Сейчас мы тоже туда зайдем с вами. Быстренько, но еще раз повторяю. Ну, сегодня здесь проходит ярмарка какая-то, ну. Так, вот здесь еще где-то. Мы выйдем. Что? О, мы здесь выйдем. Ой. Да, только не убегай. А то она даже не пересчитывает. Thank you.
скажу. У Петра в руках видна грамота, где начертаны такие слова. Мужья, любите своих жен, а жены почитайте мужей, как Господа Бога. А почему-то смех раздался гораздо позже моих слов. Но это легенда, я же ее не... Блин, я чуть не упала. Никита.